Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. So I don't even understand why he's running bridges and he's even acting like that, 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 smoke up, that's in the blimp. Free up the guys in, dip out the ends. Jump in the ride and burn out the rims. Don't stop, don't clutch, the boy them at end. Now we gonna block hoodie up for events. Skin kept close, cause he plotting on them with the tints on 10. Fat in the back, that's on tap, all ready to go and jump in. Pin, 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 pin. Добрый вечер, день ночи, даже утро, дорогие друзья. Да, это русская кибернетика, и вы уже поняли, что в эфире что-то необычное. Ну а за необычное у нас отвечает кто? Я, Александр Киреев, заведующий лабораторией русской кибернетики. В этом году мной уже было подготовлено два нереальных часа, январлап и февралап. А сейчас я два месяца готовился, чтобы представить март-апрель-лаб. И, кстати, вам повезло. Считаю, что это лучшая компиляция, которую я собрал за последнее время. Но для начала убедитесь, что вам уже больше 18 лет, потому что кое-где мы немного похулиганим. Также вы должны быть уверены, что готовы держать минимум 20 минут на скорости выше 140 BPM, а в предельных значениях около 180. Следующая остановка только через час, иначе вас укачает, ибо у нас будет круиз через UK Garage Techno Hard Techno Hard Bass Line. Гиперпоп, гетто-хаус и хардкор. Но смягчать все это я буду драмчиком и ликвидом, прогрессивом, и у нас будет даже моя любимая эстрада. Много болтать не буду, поэтому из имен анонсирую Владимира Дубышкина, Мунатон, ICGI, Огленик, Animan VNDL, Siberian 98, Ксиада, Евгений Попов, кое-что от Ларисы Тракс, Брусника, Андердог, Черемаха, Мивари и даже сюрприз от Антона и Шу. Ну и, как вы поняли, этот выпуск запрещен для трансляции на FM-радиостанциях, поэтому слушайте только онлайн. Трек-лист смотрите на нашей странице во Вконтакте vk.com/russaber и на саундклауде russiansaber. Начали мы со свежего релиза Бикла на системе 108. You are the best! We'll be right back.
That's my shit. Yeah.
Sipping
Molly water, holla, hallelujah. Little devil, do ya? Together, the dapper in the best of. Come on, fuck me hard.
control. Thank you.
ходить по стеклам давно. Вижу, только есть одно, но одно, но. И в нашей постели прячутся метели, глупые затеи твои. Крики сушат горло, знаешь, как жестоко она горит от любви. Долиной боли веет ветер на свою новую молитву о мире. Я спою там, где развернутся небеса, воля Божья дойдет до конца. Там, где развернутся небеса, воля Божья дойдет до конца. Там, где развернутся небеса, воля Божья дойдет до конца. Развернутся небеса, воля Божья дойдет до конца.
звучали каждый голосок. Ой, да поутру, да вопали, ой, да много девки топали, да зюра-зюр галили ног, дожали каждый голосок. Ой, да вечером, да на реке, ой, да порезвились пареньки.
Юра, мы все послушали. Этот трек, песенку, письмо Юры Шатунова в ремиксе от Антона и Шутина я недавно услышал в середине основного часа моего коллеги. Ну и подумал, что надо послушать еще раз, ибо это отличное завершение всего того безумия, которое происходило тут последний час. Получился полный confession on the dance floor, только Мадонне такое и не снилось. Проброс по опасным рейвам, осознание, раскаяние, прощение. Мне кажется, достаточно жизненно, иронично и даже сатирично. Особенная благодарность всем нашим верным слушателям. В очередной раз мы показали, что русская кибернетика может даже так и больше. И особенная благодарность тем, кто смог послушать эту компиляцию с начала до конца. Вы словили настоящий кайф, я вам завидую. И это был специальный выпуск лаборатории под кодовым названием «Март-апрель Лаб». В течение этого часа вы были под внимательной опекой редакции русской кибернетики. Это я, ведущий Александр Киреев, и мой коллега Евгений Свалов. Если вам что-то понравилось, ищите трек-лист в группе ВКонтакте «Русайбер», на SoundCloud «Russian Cyber», в Telegram-канале «Русайбер». И не забывайте, в любой подходящей ситуации жмите на кнопку «Play». Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.